No cóż, mamy pik. Nie, to nie nasza ciemna. Damian. Что там есть? Блин, там есть. Я могу, конечно, пробовать вот этого типа. Может, ты в горшу играешь? Ну, у них Зевс, у них три дальника, а у нас есть дальники? Я. Наташа. Понятно, ладно. У нас супер дальники. Да. А если ты не дальник, то вы сами знаете, что. Да. Короче, буду собирать мне камень. Будет вард какой-нибудь и тангусик может. Это кто? А зачем? Кто купит труп? Курицу? Магнус. Продай. Да все, они активировали, что продавать. Шел, согорелась. Да блять, да, купила ее, сука. На топ этот в лес, чувак. А, ну пойдем, кушать. Смогу, сколько там один. Кажется... Да, кажется, умерла. Сука, это пиздец. Сори, народ, я заговорю, сори. Я заговорю. Хуй, во рту застрял. И волосами подавился. Нахуй ты ЧП? Ха-ха-ха. Нам пизда или ему? Я злой школьник. Что это у меня все пиздец ушли? Так должно быть. Все пиздец, это один Зевс? Или что? Ну там было трое на меду, я думал, сало может быть еще стоит здесь. Ага. Что? Это была самая длинная фраза до тех пор, вообще, я только что хотела сказать. А чё? Слух сказала, что я даже не поняла. Кто? Лина увидела, говорит, сказала, о, Джекиро, I hope, и дальше что-то там... Ла-ла-ла-ла-ла-ла, и я и не поняла. Зевс пошел за руной. Что за посла тангуса? Угу. Очень предусмотрительно на самом деле. На нижнюю руну пошел. Да, вам, пацаны. Она кончилась. Не очень.
Конечно, она будет охуевая версия. О, вот это мой, так сказать, тип Зевса, против которого пиздец постоишь на линии с молниями. Мой тип Зевса. А, ты что, еще есть? Ой-ой-ой, там кто-то си... А, это... Ну, курочка, спасибо. Надо отводик заводить. Сейчас замечу. Так, он чуть-чуть на отводике. Вон там этот сбоку. Я вижу. Хер. Что-то мышится по кустам, мышится. Что мышится по кустам? Ребят, у нас по вордам все совсем плохо. Далек. Простите, два спорта наверху. Хоть хостайм не достанется. Блять, если бы любимым поставил. Ой, блядь. Нет, нам. Че нам такое? Ничего. Электромолоточек. По тихой мостовой. Вот это Наташа для собаков. Да, я догадываюсь. Я сейчас умру. Не надо. Внизу кто-то забрал. Верка забрала. Сам он в кустах, я вижу стойки. Угу. Это иллюзия была. Где сошел? А внизу кто стоит? А нафиг вы Магнуса-то одного оставили? Да он конченый, блядь. Ну чё? Так чтобы кто-то из нас лучше стоял один? Зачем? А, все понял. Кто-то саппорт что-то стоял? Ну, легионка могла бы из леса выйти. Что-то я... Ну, это и вообще, это она конченая, как можно. Да тебе нахуй курочку покупать, рай, блядь, просто стоит трочная крипа. Сама в кустах. Чё, блять, не фармится, что ли? Самой помощи, Олег. Мы бы забрали кого-нибудь из сала, там вообще хистать. Знаешь, мне, Олег, ты его сейчас ничего не поможет. Сейчас я, это... Принесу себе... Вот эту штучку.
И выдвигаюсь к вам. И там вроде руна должна быть. Ой-ой-ой! Чё? Что? Ну... А ульт что ли не берет, блядь? Ульт, блядь, её! Ульт! Ебанутый! Для слабаков ульт. Это... Не можешь сказать, что идёшь сзади? А ты сам не видел? Ах, блядь, парень, ты такой вообще прям... Давай, ну напади его, блядь, ульт! Не удался, а нет, чуть-чуть удался. Я тебя похили. Бля, теперь беги, блядь. Сука ебаная, ну почему ты, блядь, такой ДЦП, парень? Сука, и кура ко мне не пришла, ну конечно. Давайте Хускара заберем. Будет у вас лед дать? Сейчас его очень тяжело будет забрать. Заберем его, только он, дайте. Он у него 6-й левел, и он очень хорошо сопротивляется моей магии. Прямо прекрасно, я бы сказала. Мне кажется, лучше пойти на бот и попробовать забрать их там. Не, да, давай, давайте уже можно. С этим попробуем. Сейчас я куплю ТП наверху и крем. Можно Хускара принять, я только ну, так пошли. Даже сказать этого не могу. Ой, там, осторожно. Сало, сало, бери сразу. Да он до него даже не дойдет. Зевс идет. Ну куда ты ушел, блядь? Стой вот здесь, они же выйдут сейчас. Отошли, они в варде стоят. Просто конченые. У Сала там нет никаких вардов, блядь. Он даже нахуй не видел, что я там захожу к ним. Просто нахуй, блядь, отдал ФБ, блядь, нафармил волшебное нихуя. Еще и, блядь, слепой. Что, блядь, ты серьезно нахуй он не поймал его? Серьезно. Ребята, Наташ, подходи. Вижу. У меня... Лед назад, дай. На самом деле... Вот сюда. Этот умер. Блять. Почему он такой дебил? Парень, тебя даже просто не жалко, вот серьезно. Смотрите, это он говорит без картавости. Обратите внимание. Потому что там букву R нету. Он может сказать бронетранспортер? Спроси. Будет лед сразу? Будет, но... Он отменил. Для кого? Ну, он отменил ТП. А вот сейчас можно дать. Или уходим. Ёбываем! Кому-нибудь надо похилиться? Мне. Тангу смогу только дать. Давай ягоду. Всем давай ягоду. Все, спасибо. Теперь я даже не знаю. Сейчас крипы подойдут, а надо было это, отводик замутить, они бы кто-то точно подошел. Саша, Саша, стой здесь, твоя задача, я короче. Во-во, идет, идет, давай! Не видел вар, только что. Ой-ой, вот это я зря, стан под меня! Блять, сука, нет сала, ебаная. Отлично. Я догораю? Нет, я догораю. Сейчас два рвет.
Блять, Легион просто ебанутый. Ну почему? Почему, блять? А ну чё, у него КД и тяжело на, на виндраны поймать. Потому. Олег, тебе там... Да, вижу Зевс. Зевс, да? Бздевс. Бздевс. Ну, еще и сама. Бздевс, кстати, тут варданул. Да, точно знаю. Потому что он прямо, блядь, бежит нахуй сюда. Давай, блядь. Дико. Саша... Да как, блядь? Наташа, ставь в него! Я куда там шел на? Ой-ой-ой! Вот это печаль. Блядь, вар-то нахуй. Ой, у меня новый этот. Сет. Да, новый сет. Клёвый. В этой верке. С таким плоским-плоским цветком. Кто позамрот? Пизда. Пиздец, просто пиздец. Парень, может... Откуда он, блядь, будет уходить? Что он? Почему он такой ебанутый? На ты уйди, блядь! Ау. Пизда, минус два интеллекта, сука. Давайте, блядь, стан! Стан! Зачем, Наташа? Олег, просто плачь. Плачь и смотри. У Скара все фраги твои. Если бы не Легион. Уходи, Олег, Олег, уходи! Я уже не уйду. А зачем стопался? А? Да хоть думал, в Зевса попаду, убью его. Думал, Эдюк тоже думал, Олег. Как он, блядь, выжил-то? Вот ругаешь этого, а сам такой же. Да нервы уже не выдержу. Ну как можно, блядь, Легионом оставить вот здесь, блядь, фармить, вынести уже, блин, дагер и творить такую херню? Цветок пипец просто плоскодонка. Ужасно. А там пушистая вообще ремоделинг, я не знаю зачем. Что попало, вообще сделали, а, ёкарный бабай. Ну там Кунка уже прекрасно себя чувствует. Да, успешный да, человек, здоров. Спасибо. Напиздить Кунку, короче. Надо башню запиздить, потому что он сейчас наверху, понятно. Она улетает, наверное. Так почему, блядь, я не попадаю этим говном, нахуй? Сейчас тебя убьют. А, это там Легион идет. Ладно, мне все равно. Лучше я себе сижу. Бля! Ёбамать! Уходи! Зюс. Да его убьют сейчас. Он тебя хуже, блядь. Нафига меня с детства вообще на самом деле убил, просто со своих молний, с двух. Все, просто умерла. Да, убить. Да, да. Вот это да. Саш, кидай чуть позади них. Позади них, я так и пытаюсь кидать позади них. Только они, блядь, бегут нахуй, как тараканы ебаные. I'm going.
Мистер Зевс к нам идет. Ребят, вы так беспалевно стоите, я не знаю аж прям что. Беспалевно меня никто не видит. Даже Зевс, блядь. Сука, иди нахуй оттуда, пидорас, блядь, в остров, я тебе, блядь, насру на голову, пидор. Вот сейчас не надо, не надо это делать, там влетят же все. Иди ты нахуй со своим, блядь. Может, я пойду примамочкой? Ага, примамочкой. Вот это должен с примамочкой быть. А он нахуй ни за что, блядь, не влетит, мне не дать, блядь, на мозгов, сука, курицу, блядь, купил. Всегда был, нахуй. Ого, их там много. Ну, бьём всё в порядке. Парень, блядь, какой нахуй браслет? Может быть, блиндагер? Так, у него тупо нет у него денег. Он где? Браслет, блядь, на что-то купил? На что-то. На то, что насосал, на то и купил. Плачь и смотри, у него брасера твои. Только надеюсь, она прям сразу, блядь, не прыгнет в них нахуй ультовать. Не надо, что она сейчас делает? Сейчас просто... Ой, это... надеюсь, ягодку съем. О, божественно. Ох, вот это сало. Ох, вот это боль. Да. Пипец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я умру, но обосру вас. О, блядь, он еще 98 пулей. Просто я. Мой ульт, моя продувка на самом высоком левеле просто не причинили ни малейшего вреда. Он же хускар. Ну, магия у тебя все. Что сделать? Ой, жалко. Плачь, смотри. Веса, ульты твои. Кто наверх летит? Пушим, пушим, пушим. Будет кто наверх? Push it to the limit. Нет, нет, куда ты бежишь? Ну, просто нахуй. Сейчас я повесь босиком по уйду. Всем не блом. Ребята, они наверх пойдут. Чё? Ну, проходите. Чё вы на втроём? На меду башни-то нету. Чё вы стоите? Я не могу... Просто ребята! Разумеется. Блять, у него кераса уже, ёб вашу мать! Ну у кого, додумайтесь. У кого? Ой, вот он наш друг. Ой-ой-ой, тут сейчас на меня прыгать будут! Да всё, стан! Всё. Ой, вот на меня будут прыгать! Всё, жив, цел, орёл. Жив, цел, орёл. Ну и несем тогда вышку. Несем до второй. У нас как бы бот. Да? Легионка, подходи сюда, блядь. Блядь, меня за Минграл убьет. Ну да, подходи к нам, подходи к нам. Бля, ребята, я пойду бот отдыхать. Да нет, помоги, Саша, нам же нужна твоя... Блядь, мы ничего не... Ничего не случится с башней. Там нихуя нету. Кажется, что... Ладно. Нет. Ничего. Олег, надо уходить. Олег, уходим.
Так, сука, нахуй крипы ебаные. Просто регион бы не закрылся. Просто даже не разворачивайся, Олег, уходим. Просто беги. Покупай ТП и беги на залечись. Домой. Почему там каждую группу пытаются доцепить пидорас? Почему? За что? Гейб. Сжались. Гейб считает, что мы такие же просто, это все. Ну мы не настолько. Я, конечно, знаю, что мы ДЦП, но мы не пидорасы. Мы хорошие. Так, вниз, 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 все вниз. Все вниз! Да мы не отпиздим, у меня криты уже собраны, молоток, все нормально. Собраны, главное, чтобы ты дала лед, а этот умудрился всех в ревес полярити захуячить. Мне кажется, надо идти на мид, Олег, что на низ-то. Ну пойдемте, да, да, деф. Я сейчас приеду, у меня есть перепеха. У меня 20 секунд, когда я дойду пешком. Так, мне тут, поэтому я нахуй сижу. Уходи, уходи, уходи. На мид, прям на мид. Блять, да хули ты не летишь, ебаный дракон? Плачь и смотри, на батоне нет никого. А ты иди нахуй со своим болтом. А у них ворды есть? Не видела. Ну, у Зевса где-то ставил, но я не нашла. Можно через лес зайти, вот так вот попробовать, конечно. И умереть. Отдаться. Идемте, отдадимся. Прямо вот так вот, прямо вот, вот тут, блядь, закончилось. Все, через лес заходим, вот так вот. Сходи. Они не видят. О, вот здесь, вот здесь, вот здесь, блядь! Вот здесь, там. Просто меня, похуй уже все. Ну так идем, идем, чё мы, блядь? Я здесь! Идем. Свечу, оп. Свечу его. Ты что, вы думаешь, его хоть 500 раз светить? Мне это все равно толку нету. А крипов нету. Там аноним, один ромает. У меня 500 ворд застрял. Винды аганим. Так не жду, что не аганим. Пойдемте, 20 секунд нет Зевса. 4 на 5 деремся. Я бы сказала 3 на 5 на 4. Ой, один крип такой. О, пойдемте кого-нибудь отпиздим. Сейчас гиперсала будет. Крип кончился. Сейчас ульт будет. Ман, сука, где твой блинк? Заебал, блядь. Летел, дал блинк. Вот и... Уходим, уходим, уходим. Че, уходим, да? Уходим, уходим! Понятно. Другого мнения. Я съела манго, очень вкусно, спасибо. Блять, вот этот ДЦП, оно фармит у них в лесу, просто пиздец. ДЦП и нет. Там, блядь, он вообще ёбник, блядь, ты не понял. У него дракон на башке, чё с него взять? Чё это лошадь, ну ладно. А, да? У меня есть такая же, между прочим. Мне кажется, нет. Уходите, нет. уходите, всё, кто-то попался. Да, да он кто-то что стоил на крест меня поймал. У него лотар. Сука, блядь, ну почему ты такой дебил? Почему, блядь? Почему ты нахуй такой? Я, блядь, промолчу, нахуй. Счастье босиком под ДД перед сном. Чё, Хускара? Ну, мы Хускару откладываем и откладываем, конечно, Кирасу, но она будет. А у кого Кираса там была? Ну, у него. Уже готовая. Ну, готовой не было, почти а уже. У него Кираса уже! Ну, а у него... Я думаю. 500 оставалось до Кирасы, не знаю какого. Понятно, все понятно с тобой, Олег. Ой, все.
Ну и сейчас он такой, ёбаный в рот, рекоменд мне, я такой крутой, блять, я выиграл вам эту доту. Сука. Я тараску делаю. О, лучше рапиру сразу. Не надо. Чё тараска-то? Неплохо, ладно, хорошо, хоть кирасу сделал. Уже убил. А, типа без ульты убил. Давайте я спущу бот, пока у меня я в этом почте. Давайте на мид я подойду. заливай, Саша, своей этой штукой. Заливаю. Будет похили чем-нибудь? Таша, дай тангусик. Надо идти помогать им. У него ЕГЭ. А, у него уже нету ЕГЭ. Помогать или... Может, я это как-то очень, блядь, криво нахуй помогать? Ну что-то вы вообще куда-то ушли. Оставь руну мне, Наташа. Или у тебя банка. Нет. Дай мне тогда. Ну, мне дай. Ну если там реген. Тут не реген. Ну забирай, в лес пошли. Ловить, там кто-то есть. А что, мой вард сняли, да? Тут никого нет. Стой. Ну мы на мид выходим, на мид, вот на этого. Лучше наверх. Там беда у башни. Ах, я еще раз не задвинул. Нет, ну мы куда-нибудь... Да все уже, никуда. Ну вот он же, бля! Ебаный блин. Магнус не может принести себе этот... Блинк? Да. Он у него есть? Да. Да нет, поставьте его кое Заебись. Пойдемте вверх. Так, в лес заходит, вот сюда, Саша. Лед. Нас всего лишь трое. Да и хватит нам, лед. Подожди, он сейчас появится. Ну, аватар, наверное. Блять, я же голодный. А нету. Блять, сука, я очень голодный стоит, ладно. С ним не буду мочить. Да, блядь. Ну, можно пускай. Нет, мы его не заберем.
Магну, сука, не пугай. Он еще портал и... Так, он это... В инвизе. Он еще и картавый. Сзади постоим. Сзади постоим. Ну нахуя забираешь, блядь, пиздец. Я без без твоей ульты его убиваю просто так. Бе-бе-бе-бе-бе. Захотела фракцию стилить. Отойдите, отойдите все. Смогу сами. Ну, что он стоит? Ку. Заебись. Упс. Вот это я, блядь, творю! Шо я, блядь, творю? Зевс, надеюсь, у тебя нихуя нету. Он дал же только что. Может, у него рефрешер. Никто не видел. Надеюсь, нет. Сейчас побежал, сука, наверное, за ним. Ну так хватай, хватай его, хватай. Далеко ему еще до ульта. Парень, вот этого Рошана давай. Рошан. Да он уже убивал его, Олег, ему куда? Рошан еще спросил. Что, что, егис заберу? Блять, Магнус, ёбаное говно, нахуй, да реюзни ты, блять, наконец-то. Да, он догадался. Догадался, что курицу можно реюзать. Давайте бот. Не отдаюсь. Ну, вы слышали, да, это? Я влетаю, отдаюсь. Ну, давай, давай. За звук странный. Бутылочки какой-то. Скрипами заходи. Это он сдохнет, нахуй. Почему, блядь, улетаю нахуй я? Чуваку надо помочь? Поможу, чем смогу. Нет, уходите. Да. Я думаю, уверен, что ты касаешься. Отходим, отходим все, отходим. Все нормально, отходим. А Егу мы трап...
выйти. Боятся выйти. А чё у нас поросёнок стоит вот дома, одинокий? Да потому что он ебанутый, блядь, этот. Ну, в том смысле, почему? Потому что он дрочит, блядь, в углу, нахуй. Нельзя его использовать. Наказано, да. Ой. Наказан. Да, я брею крипов. У меня есть бритва и крипы. Блин, мне еще надо 2 косаря нанести урона. Нахера он, как он там оказался? Нашел. Ой, как хорошо, что его не слышно, так рады. Все, ребята, как не скончился. Реально надо успеть. Кунка, Шедоблейд, БКМВ, Сайленсер, толкалка. Здесь скоро рефрешер. Не помню, там что необходимо для рефрешера. Рецепт только остался. Мы тебя ждать не будем? Ты же понимаешь, что там крайне бесполезно. Вы видели вообще красоту? Кажется, чувак умирает. Заходим, заходим, заходим. У него же это, Аига. Была. Я лечу на всех своих драконьих крыльях. Какие у меня только есть. Нафиг так страдать. Реально уходим. Спасибо. Дай бог тебе здоровья. Спасибо. 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 Олег. Ну я серьезно, спасибо. Спасибо, спасибо. Что там на батоне? Совсем все плохо. Да нет, у нас тут все там нормас. Ну и тогда надо вот так сейчас зайти и все.
Когда я брею грибов. У нас нет романа и бритвы. Чего у нас больше нет романа? Его украли. Его убила какая-то ТП. Я думаю, что его ТП. Пойдемте понизу. А, там еще крипы идут. Ну подожди, парень, подожди. Олег, ты что, его резко зауважал? Нет, он говнюк, но мы выиграем. Но я его люблю. Как говорится, любовь зла, полюбить. Нихера. Любишь ли говнюка? Нифига, он украл урона, ёб мою мать. Тьфу, тьфу. Эй. О, поехали, поехали, поехали. Сколько он украл урона? Ой. Быстро ехать. Лайк, говорю же. Лайк меня, лайк. Лайк мой битчап. Зайди, пожалуйста, лайк. Чё? Я никогда что-то хотел. Да, это не важно. Давайте кого-нибудь еще под фонтаном убьем. Нет. Какого, они все мертвы. А у него ЕГЭ есть? Нет? У нашего легиона? Нет. Давайте легиона убьем под фонтаном. Давайте. Ну хуй, он не нужен. Иди ты нахуй. Он рапиру, наверное, несет себе. Плевать. Прямо на себе кусок несет. Реально, наверное. Нифига, у Магнус опять косарей деньгами. Ну, мы его не продали, да? Mm-mm. А он, у него еще минуты две, наверное, было. Сумасшедшую серию семи убийств, Саша, это... Я не знаю, на чем тебе. Я не знаю, на чем тебе это надо сделать. О, поставил.